Советские за смертельное ДТП осудили 45-летнего водителя молоковоза Сергея Ефремова. По версии следствия, 22 сентября прошлого года мужчина управлял автофургоном. Он выехал на встречную полосу, и там произошло лобовое столкновение с микроавтобусом «Форд». В итоге погибла семья из трех человек. Это водитель «Форда», его жена и двухлетний сын. Каковое наказание вынес суд в рубрике «Сводка». Очевидцы в шоке от увиденного. В микроавтобусе «Форд» ехала семья. Мама, папа и двое детей. 14-летняя девочка и 2-летний мальчик. По словам очевидцев, это был семейный выезд в Киров в больницу. Водитель «Газели», груженный молоком, ехал из Кирова в Советск. После удара место аварии было залито молоком. Известно, что у погибших был третий малолетний ребенок. Он остался в Советске и не поехал в Киров. Его судьбу и судьбу его 14-летней сестры будут решать органы опеки. В ходе следствия вина 45-летнего водителя молоковоза была доказана. Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Верхошижемского района, признал осужденного виновным, назначил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. Также Сергея Ефремова лишили прав на 3 года отбывать наказание. Водитель будет в колонии поселения. Приговор суда не вступил в законную силу. Следственный комитет возбудил еще 2 уголовных дела в отношении замгенерального директора «Газпром распределения Киров» Александра Остапчука. Ранее следователи установили, что Александр Анатольевич получил от одной строительной компании подкуп 10 миллионов рублей, а потом еще более 11 миллионов было потрачено на строительство его загородного дома, заливку фундамента для гаража, на покупку мебели и необходимого оборудования. Сейчас установили еще 2 факта подкупа на общую сумму 65 миллионов рублей. Следователи планируют добиться ареста Остапчука. Напомним, арестованный гендиректор «Газпрома» Сергей Камека. Его задержали в Москве. Скорее всего, главный газовщик планировал уехать за границу. Полиция разыскивает криминальную парочку, мужчину и женщину, 40-45 лет. Их подозревают в краже с банковской карты. Преступление произошло в супермаркете на улице Ленина. Если вы узнали людей на видео, звоните в полицию по телефону 40 60 11 или 40 60 01. Михаил Вагин, место происшествия.